Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар «Правильный понедельник» сегодня в 15:00 по московскому времени. Причем тему этого вебинара, как и всегда, можете определить вы. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, я предложу несколько топиков на выбор. Соответственно, та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Друзья, обязательно найдите время, поприсутствуйте, будет возможность задать вопросы в прямом эфире, если вас интересует, например, перспективу какого-то актива, который я не рассматриваю в формате своего ежедневного брифинга. Ну что ж, эта неделя, ключевые отчеты. Если сфокусироваться на текущей торговой сессии, то прямо совсем скоро выйдут индексы активности производственного сектора и сферы услуг Германии и Еврозоны. 8:30 по GMT будем анализировать аналогичную статистику по Англии. Что важнее, в 13:45 по GMT выйдут такие же индексы по американской экономике. То, что сейчас происходит в США, нам, безусловно, как и всегда, очень важно. Потому что, да, с одной стороны, мы дождались то решение, на которые ориентировались очень давно, ставка была снижена на 50 базисных пунктов, но хочется все-таки во всем вот этом шуме, который присутствует на рынке, понять реальную дорожную карту будущих действий Федрезерва. И я все еще за то, что американский регулятор будет снижать ставку и в ноябре, и в декабре. И допускаю, правда, пока с такими умеренными ожиданиями, что американский регулятор за этот период времени отважится на еще один шаг по смягчению политики на 50 базисных пунктов. Ну, по крайней мере, ожидания по коррекции ставки на 50 базисных пунктов в совокупности двух заседаний – это более чем реалистичный сценарий. Что касается других отчетов этой недели. Завтра будет решение Резервного банка Австралии по ключевой процентной ставке. Мы за австралийским долларом следим. Соответственно, если будут сюрпризы, связанные с жесткой истребительной риторикой руководства данного регулятора, то тогда мы получим вот этот долгожданный импульс роста по австралийцу и, друзья, станем еще ближе к нашей долгосрочной цели 0,70. В четверг будем анализировать блок статистики США. ВВП, заказы на товары длительного пользования, может быть, еще важнее, это выступление Джерома Пауэлла. Очень надеюсь, что он скажет что-то новое, отличное от того, что мы слышали по итогам последнего заседания. И в любом случае акцент на то, что американский регулятор готов к дальнейшему смягчению экономической политики при определенных условиях и обстоятельствах, я думаю, что будет правильным образом проанализирован рынком и станет условием, либо даже основанием для дальнейшего развития нисходящей динамики по индексу американской валюты. И в пятницу индекс расходов на личное потребление, базовое значение этого индекса, которое интерпретируется и используется аналитиками, я думаю, что представителями Федрезерва, как опережающий индикатор инфляции. Этот релиз точно нужно будет с особым акцентом разобрать. И я скажу, что в эту пятницу, друзья, несмотря на то, что только этот отчет будет в центре внимания, волатильность на рынке останется повышенной. Поэтому расслабляться не нужно будет прямо до закрытия всей недели. Теперь поподробнее, но вкратце. Индекс доллара 100.50. Обсуждаем итоги заседания американского регулятора, хотя мы уже разобрали со всех сторон то, что было сказано. Мы проанализировали все пересмотренные прогнозы и по ВВП, и по инфляции, и по уровню безработицы. Кому нужно освежить в памяти, опять же, итоги заседания американского регулятора, можете пересмотреть брифинги конца прошлой недели, именно где делался акцент на риторику Федрезерва и на последствия для американской валюты. Трамп уже обвинил в том, что решение ФРС носило конкретные политические мотивы и было направлено на то, чтобы поднять популярность рейтинги Камалы Харрис. Но, честно говоря, оценивать текущую ситуацию не очень-то сильно помогло. А вот теория, то, что снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов отражает глубину системных проблем, которые сложились в американской экономике, вот эта идея мне импонирует. И, честно говоря, глубокий анализ секторов именно промышленности, сферы услуг, рынка труда и в целом ситуация с состоянием
финансового сектора, если копнуть чуть поглубже банковский сектор. Все это укажет нам на то, что эти проблемы действительно в американской экономике есть. Но наша задача все-таки адаптироваться на то, что к тому, что делает ФРС с учетом этих сложившихся проблем, мы ранее, собственно, по этой причине и стали продавать американский доллар, который оказался аутсайдером и жертвой именно сначала ожиданий смягчения монетарной политики, теперь уже по факту начатого цикла снижения процентных ставок, и я практически уверен, что вот этот долгосрочный нисходящий тренд, он продолжится какое-то время, и мы на этом еще сможем заработать. И я точно в этом уверен, потому что индекс доллара еще не пробил психологическую поддержку 100 пунктов, держится выше, поэтому у нас есть с вами возможность пока посидеть в этих сделках и дождаться американскую валюту ниже. Что касается точечной диаграммы, прогнозов ФРС по поводу того, что будет дальше с ключевой процентной ставки. Как вы знаете, есть 19 голосующих членов ФРС, двое проголосовали за то, чтобы или придерживаться, да, скажем так, придерживаться с точки зрения того, что ставку нужно будет оставить на прежнем уровне продолжительный период времени, 7 за то, что голосов за то, что ставку нужно будет снизить еще один раз, и 10 голосов за то, чтобы ее снизить два раза. Я сейчас на стороне вот этих 10, я думаю, что многие из вас тоже, и в конечном счете мы точно увидим снижение ставки в ноябре и в декабре. Единственная вот спекуляция, которая будет иметь место быть, это именно насколько на одном из этих заседаний ФРС смягчит экономическую политику. Есть ли основания для шага еще в 50 базисных пунктов, но все будет зависеть уже от дальнейших отчетов по инфляции и по рынку труда. А в рынок труда США я не верю, я думаю, что до конца этого года у нас будут постоянные подтверждения того, что данный сектор стагнирует, и проблемы там очень даже значительные. Короткая позиция в приоритете, друзья, ждем пробоя поддержки 100 пунктов. Золото 2628 долларов за тройскую унцию. Бычьи ралли, ну просто немыслимое. Каждую торговую сессию на прошлой неделе мы обновляли исторические максимумы. Сегодняшний день и неделю начали опять же с перехая. Еще раз призываю вас, да, если полагаться на фундаментальный фон, по идее, нужно даже смело удерживать эти длинные позиции, потому что тот же самый сентимент указывает на то, что 22% трейдеров остаются в меньшинстве. Но ралли было настолько уже масштабным, что, наверное, нужно сказать, друзья, рынку спасибо. Многим из вас, кто еще находится в длинных позициях. И, поверьте, всех денег не заработать, но коррекция, если пересидеть в таких позициях, может очень сильно подпортить настроение. Поэтому задайте себе вопрос, готовы ли вы работать с рисками и впоследствии смириться, например, с динамикой, которая будет отличаться от ваших ожиданий. Если да, то нужно сидеть в длинных позициях. Если нет, то лучше закрываться уже сейчас и искать другие возможности на валютном рынке, на рынке сырьевых активов, которых на самом деле очень много. Евро против доллара 1.1160. Я за идею дальнейшего роста. На прошлой неделе мы анализировали данные по инфляции. Основной показатель 2.2%, базовый индекс 2.8%. И прогноз Европейского центрального банка, когда европейский регулятор смягчил монетарную политику, снизил процентную ставку на 60 базисных пунктов, предполагает то, что в конце этого года инфляция даже подрастет и будет в районе 2-5%. И самое интересное, ЦБ не ожидает достижения цели по инфляции до 2026 года. И то, что мы сейчас констатируем все-таки признаки либо сохраняющиеся основания для усиления инфляционного давления, я полагаю то, что это очень серьезный фундамент для идеи того, что ЕЦБ дальше не будет торопиться с смягчением экономической политики. Об этом, кстати, говорил глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Поэтому в целом в октябре заседание Европейского центрального банка состоится 17 октября. Мы его благополучно пропустим, потому что там никаких изменений не будет. И за этот период времени, то есть, по сути, оставшуюся часть сентября и октября, я думаю, то, что ничто не сломает этот восходящий тренд и позволит евро закрепить выше планки 1.12. Фунт против доллара 1.33, текущие котировки, ставка, как вы помните, была оставлена на прежнем уровне 5%. Это логичный ответ на рост базовой инфляции с 3.3 до 3.6%. В пятницу еще вышли данные по розничным продажам. В прошлом месяце рост на 1%, что является продолжением сильного
рынка труда и все еще высоких заработных плат. Поэтому инфляционные риски действительно в Англии будут, возможно, самыми значительными среди всех развитых стран. Поэтому Банк Англии, возможно, даже последним из регуляторов этих развитых стран, будет приспосабливаться к новым условиям через смягчение экономической политики и снижение ставки значительно ниже 5%. Мы будем ждать этот момент, но пока я предлагаю зарабатывать на идее роста британской валюты и потенциального движения пары фунт-доллар к отметке 1.35. Американский фондовый рынок S&P 500 5780 пунктов. За последние 6 циклов снижения процентной ставки, в 5 из них американский фондовый рынок после снижения ставки многократно обновлял исторические максимумы. Что-то подсказывает мне, что этот цикл не будет исключением, поэтому наша цель 6000 актуальна. Доллар-иена 144.35. Честно говоря, неожиданное решение Банка Японии пока оставить ставку без изменений. Я думал, что японский регулятор отреагирует иначе на рост инфляции. С 2,8 до 3% это основного индекса потребительских цен и базовой инфляции с 2,7 до 2,8%. Тем более, что ранее Банк Японии говорил, что будет ужесточать политику, продолжит это делать из-за повышенных инфляционных рисков. Но, видимо, сейчас Банк Японии решил все-таки понаблюдать за действиями Федрезерва, особенно после того, как ФРС снизил ставку на 50 базисных пунктов. Банк Японии полагает, что подобные действия американского регулятора создадут достаточно оснований для долгосрочного снижения курса американского доллара. Поэтому не нужно будет заботиться через использование каких-то внутренних монетарных японских уже факторов, чтобы остановить девальвацию курса национальной валюты. Может быть, в этом поможет именно слабость доллара. Что-то в этой идее, друзья, есть. Я предлагаю пока все-таки сохранить выжидательную позицию и не трогать пару доллар-иен. Если будут хорошие уровни для входа, я обязательно вам о них расскажу. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!